Первое, я хочу сказать, что я хорошо знаю этот детский сад, недалеко здесь вырос, поэтому мне хорошо знакома эта территория с самого детства. Мы навели порядок здесь. Прежде всего, начали с того, что убрали все деревья, которые представляли собой такое достаточно небезопасное уже состояние было у них. И переносили садик в детский садик. Это у нас второй такой проект. Первый пилотный проект был в 247-м саду. Достаточно интересный. Развивающие игры, головоломки различные, лазилки, совершенно новые. Все то, что способствует развитию ребенка. Я не скажу, что мы это изобрели сами. Мы изучили европейский опыт, где используются естественные материалы, видите, дерево, не так, как было раньше, железо. Используются безопасные материалы и стали внедрять их в наших детских садах. То есть, что делать в этом детском саду, мы знаем. Это комплексный подход в решении этих вопросов. Это предложение нашим детям и родителям совершенно нового, развивающего такого пространства, которое, думаю, понравится и родителям, и детям.